Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Наказание идолопоклонников. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень? Иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея. Пало в тот день из народа около 3000 человек. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.